Ребята, всем привет! Это бабушка Шошо. И мы с вами... Нет, не в адской башне. Мы с вами в башне страданий. Да, ребята, я нашла новую игру. Новую башню, смотрите, какая она. Она очень похожа на башню ада. Ну что ж, давайте разбираться. В чем же разница? Почему она называется башня страданий? И как мы тут будем страдать? Так, здесь написано, что время нам дается всего 5 минут, 10 разных башен. Ну что ж, давайте проверим. Ой, а игра-то уже заканчивается. Осталось 35 секунд. Ну, давайте посмотрим хотя бы какой-нибудь один уровень. Так, ну, пока ничего сложного нет, такого уж прям, чтобы страдать, рыдать и плакать не происходит. Очень даже несложный уровень. Так, 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 ну давайте посмотрим, что будет дальше. Лесенка, лесенка. И, кстати, я начинаю с уровня новичок. Видите, здесь всего 5 коридорчиков, 5 уровней. Так, ну с этим тоже можно справиться, конечно, не так... просто, видите, я улетела. Ребята, казалось бы, очень простые уровни, но... Тем не менее, я упала вниз, и время закончилось. Ну ладно, мы немножко познакомились с этой башней страданий. Немножко пострадали, и теперь нам надо вон туда, к солнышку. Сейчас начнется игра. Так, и башня. Вот она, башня, 5 уровней. Ну что ж, погнали, 5 уровней, 5 минут. Так, ребята, я побежала. Интересно, дойду до финала или нет. Я, бабушка Шошо, мастер адской башни, пришла в башню страданий. И, кстати, ребята, вы знаете, чем отличается эта игра? Здесь можно покупать, ну, впрочем, как и в башне ада, всякие штучки интересные. Вот смотрите, девочки прыгают, видите, они прыгают на фонарике, но при этом ничего с ними не происходит. А знаете почему? Потому что кто-то в магазине за 500 монет купил вот это сердечко. И видите, над временем появилось сердце. Это значит иммунитет ко всем вот этим вот светящимся штукам. То есть, если вы будете на них наступать, то вам ничего за это не будет. Вы не будете разваливаться. И кто-то еще купил высокие прыжки. Поэтому можно высоко прыгать. Да, ребята, ну это же совсем просто будет, если можно наступать на всякие вот эти светилки. Вот смотрите, я прыгаю, а мальчик просто пробегает. Ну, я тоже могу просто пробежать. Но мне так хочется пройти, честно. Это башня страданий. А, я поняла, почему тут страдания. Потому что ты хочешь пройти честно башню, но постоянно тебе кто-то в этом мешает. И ты страдаешь. Ну, это такая как бы помощь, то есть люди тебе помогли, купили такую возможность, чтобы ты мог легко проходить все вот эти светяшки. Но на самом деле, ребята, это же не помощь. Это получается очень сильное облегчение игры. Вот смотрите, вот сейчас бы я без вот этого сердечка как бы перешла на другую сторону. Так, давайте попробуем пройти честно. Так, здесь бы я не смогла пройти, поэтому я бы перепрыгнула на другую сторону. Потом вот так, потом вот так. А вот эту как бы я проходила? А как бы эту стеночку я проходила? А вот так, пошла бы вниз, снизу ее обошла и наверх. А с сердечком можно прыгнуть по всем светяшкам. И ничего не будет. О, смотрите, какой интересный уровень, ребята. О-о-о, это уже сложненько. Оп! Так, ну, конечно, если сейчас светяшка меня заденет, то ничего со мной не случится, но если бы не было вот этого сердца, то, наверное, я бы уже развалилась. Эй, ребята, все, мы прошли 5 уровней. Ура, мы добрались до солнышка. Итак, давайте получим нашу награду. Та-да-да-дам-да-дам. О, мне дали 200 монет. Вот это да, здорово. 200 монет. Так, что тут есть еще? Давайте посмотрим. Так, есть комната победителей. О, а это что такое? Я вижу свою фотографию. Ребята, смотрите, это подиум, бабушка Шошо на втором месте. О, интересно. Но, знаете, лучше бы они, конечно, разместили это внизу, на самом первом этаже. А так кто увидит, что я победила? Ну, заняла второе место, ладно, будем честными. Только победители, остальные. А мне хочется похвастаться перед всеми. Так, здесь у нас комната победителей. Смотрите, здесь какие-то кирпичи отправляются в лаву. Да, интересная игра. Такая развлекательная комната для победителей. Ну, знаете, наверное, не все смогут дойти до финала, поэтому я вам покажу эту комнату. Смотрите, здесь такая беговая дорожка. Можно потренироваться. Ну, конечно, вы же когда сюда добирались, вы же мало потренировались. Так, а тут что такое? Лесенка. Ой, это какой-то бункер. Пустой. Так, что-то комната победителей. Ай-ай, смотрите, пол исчезает. Оп-оп-оп-оп. Больше похож на какую-то тренировочную комнату. Так, давайте посмотрим, что случится с лавой. Оп-оп. Ничего не случилось. Кстати, видите, время еще идет, и ребята там еще проходят башню. Вон, видите, еще пытаются, а я уже спускаюсь вниз. И сейчас хочу отправиться в башню для профессионалов. Там, где будет не 10, ой, там, где будет не 5 испытаний, а 10. Кстати, здесь можно купить вот этот халос.
вот этот круг, который будет над вашей головой. Но, ребята, смотрите, чтобы купить, например, розовый круг, нужно заработать 100 тысяч монет. 100 тысяч, ребята. Когда за одно прохождение нам дали 200 монет. Вот это да. Так, ребята, я пришла на башню профессионалов. Здесь у нас уже 10 уровней. И, кстати, ребята, смотрите, монеты, которые я заработала на начальном этапе, они сюда не переносятся. То есть те 200 монет, которые там у меня были, там и остались. Ну что, погнали! Оп-оп-оп-оп-оп! О, смотрите, какой-то новый уровень. Так, ха-ха, такие ямки. Прячемся в ямках. Оп, ха-ха, класс. Так, все, и уровень пройден, не очень сложный. Никаких страданий я пока тут не испытала. Лезем, лезем дальше, оп. И как хорошо, что никто не купил никакие помощи. Можно по-честному проходить эту игру. Ура, неужели мы проверим свои способности без помощников? Без сердечек, без суперпрыжков. Посмотрим, кто на что способен. А, девочка улетела, а вторая разбилась, я даже не поняла как. Такое чувство, как будто бы вот эта вот беговая дорожка заживала ее волосы. Ой. Так, держусь. Так, поехали, прыгаем. Смотрите, что случилось, ребята. Кто-то купил сердечко. Кто-то потратил 500 монет и купил сердце. Ну, теперь все ребята могут ходить по светляшкам. И ничего не будет. Ну, ничего. Нам главное дойти на самый верх. И знаете, мне, кстати, интересно, а сколько монет дают победителю на вот этой профессиональной... Башни, смотрите, какие тут снежки. О, вот это уровень, вот это новенькое что-то. О, главное не попасть под снежок. Вот так, и пробегаем, класс. Вот это что-то новенькое, вот это мне нравится. Так, здесь дорожки, и опять снежки. О, а здесь уже, смотрите, они Летят. Главное, чтобы не... А, у нас же сердце, то есть даже если снежок в меня попадет, то мне ничего не будет. Эх, ребята, то есть я не могу проверить, я прошла честно этот уровень или где-то все-таки зацепилась. Так, здесь вот смотрите, маленькие кубики, но такое мы уже с вами в адской башне проходили. О, тут не двигаемся. Хотя чего мы не двигаемся, у нас же сердце куплено. Ну, я пытаюсь проходить честно, буду все пропрыгивать. Так, а еще у нас 3 минуты есть. Времени достаточно. Но знаете, мне кажется, что никто меня не догоняет. Вон там внизу какая-то девочка одна. И все, а нет, 2 девочки. Впереди меня, по-моему, никого. Я что, первая? Ребята, я же первый раз прохожу этот уровень. Так, здесь прыгаем. Такой красный уровень. Кстати, ребята, я вот подумываю, снять ли мне видео, как проходить красные уровни в адской башне. Если вы хотите, то напишите в комментариях. Адская башня горит красным цветом. Ну, если вы смотрели мое видео, как я проходила синие уровни, то вы понимаете, о чем я говорю. Вот, кстати, синенький, несложный. Почему это называется башня страданий? Где тут страдания? Прыгаешь себе, порхаешь, как бабочка. Оп, оп. Ну, хотя, может быть, остальные ребята и страдают, потому что, видите, они не могут меня догнать. О, смотрите, это что-то новенькое. Едем. И теперь, а как прыгнуть, если я все время еду? А как прыгнуть? Ну вот они, страдания и начались. Так, вот здесь тоже такая вот штучка. Ай, а как? Ай, меня уносит, ай, ой. Фу, и еще 2 палочки, ну уже. Справлюсь, не справлюсь. Тут уже, знаете, никакое сердечко не поможет. Тут только ваши способности помогут. Ваши тренировочки. Так, ну-ка, вот еще одна. Оп. Да, ребята, это, пожалуй, был самый сложный для меня уровень в этой башне. На 10-ку. И последний коридорчик. Так, главное тут сейчас, знаете, не свалиться. А то сейчас как похвастаюсь, так обязательно свалюсь. И ура, все, ребята, все, я дошла. Ура. Кстати, вот солнышко, все, страдания закончились. Там, где есть солнце, там нет страданий. Ух ты, мне дали 400 монет. 400 монет. И, ребята, давайте посмотрим на пьедестал. Я что, на первом месте? И на втором, и на третьем никого нет? Вот это я чемпионка, ребята. Я чемпионка башни страданий. Да, звучит, конечно, весело. Самая веселая бабушка в башне страданий. Так, давайте зайдем в комнату победителей. Может быть, для тех, кто занял первое место, что-то изменилось? Нет, все то же самое. Ничего не поменялось. Да, конечно, обидно, что они не поставили вот этот пьедестал внизу. Так бы все ребята увидели, что я победила. Видите, там ребята еще внизу прыгают. Так, давайте спустимся и всем расскажем. Всем расскажем, кто тут победил. Представляете, ребята даже с сердечком не могут дойти до финала. Вот это да, ребята, я советую вам попробовать свои силы и пройти эту башню. Ссылку на игру я оставлю в описании к видео. Если вам понравилось, как бабушка Шушо страдала в этой башне, то поставьте жирненький лайк.
порадуйте меня. Ну и конечно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие интересные игры.